Всем доброго времени суток! С вами Сальнит Машика, и сегодня у меня для вас новости на 19 число, 11 месяца 22 года. Начнем с перехода Барыча, который притащил позолоченную метелку и ведро, что якобы связано с лором Лавоса. Напомнил мне о тех играх, где нужно убирать кишки и кровь после всякого рода катастроф. Такое наверняка случается часто после миссии Тенна. Среди прочих товаров можно отметить все прайм-моды, за исключением искажения магазина. Оружие и маячки покупать стоит по необходимости, все остальное при наличии желания. Затем нам опубликовали превью-страницу обновления «Жертва Луа», которая таки выйдет 30 ноября, то есть вместе с новой ночной волной. Согласно лору, по Луа бродит обезумевший хищник, которого желает нейтрализовать королева червей. Вероятно, что речь про ворону. Наконец показали ее в игре, хотя вдохновление волками не так уж и просто уследить. Напомню, что для нее сразу будет доступен зал Ливериана, а получить ее можно будет за прохождение нового типа миссий, сопряженное выживание. Альтернативно можно ее купить в магазине. В ее наборе будет сам фрейм, топор, энергетическая снайперка, шлем, эфемеры типа хвостов и скин а-ля оболочка бездны с материальной структурой. Способности все еще не раскрыли. Сопряженное выживание будет занимать и две миссии на Луа с разницей в сложности. Здесь будут время от времени появляться траксы, которые в два раза ускоряют опустошение жизнеобеспечения. Сообщается и про появление спектральных солдатов Дакс, которые направляются к вышкам жизнеобеспечения после запуска тревоги. Также появляются зоны без цвета, которые дают больше силы способностей и скорость их применения, плюс можно призывать некромех. Для доступа нужно пройти квест «Война внутри». Плюс тут можно будет немного лора почерпнуть, ибо технически это припатч парадокса Дувири. Напомнили нам и про другие скины типа «Оболочка бездны». Их получат Мэг, Фрост и Грендаль со своими материальными структурами. Подтвердили наличие Делюкса Заку, хотя и не показали. Коллекция состоит из скина для самого фрейма, эфемеры, керамических украшений, скина для Лотос и глифов с Лотос и Заку. Похоже, что скинов для оружия не завезли. Скин для Лотос будет доступен после прохождения новой войны. Если купить коллекцию до его прохождения, то он все равно появится в инвентаре, хотя и будет недоступен. Собираются продавать нам некие наборы максимальной ценности со всякого рода полезными штуками с ограниченной доступностью по времени. В этот раз речь не про донат, а платину. Напоследок напомню, что выходные двойного синтеза уже доступны. Продлятся до 21 ноября, 22:00 по МСК. На этом от меня все, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока.